Здравствуйте! С вами программа «В движении». Уже на протяжении 9 лет в канун Дня народного единства 3 и 4 ноября проходит одно из главных событий для всего русскоязычного общества – Ассамблея русского мира. Сегодня в стенах Государственной Думы пройдет пресс-конференция, посвященная этому мероприятию, где наша съемочная группа узнает все детали предстоящего события. Главная тема мероприятия звучала так – «Русский мир в глобальных цивилизационных процессах». В рамках обсуждения разговор шел не только о предстоящей ассамблее, но и о новой книге председателя Комитета Госдумы по образованию, председателя правления фонда «Русский мир», доктора исторических наук Вячеслава Никонова «Код цивилизации. Что ждет Россию в мире будущего?». Среди участников дискуссия развернулась о генезисе, особенностях и проблемах взаимодействия основных центров современного мира, о моделях их развития, а также о месте России в глобальных процессах. В своей книге Вячеслав Никонов рассуждает о событиях и вызовах, которые на протяжении своей истории испытывала Россия и которые в значительной степени определили ее цивилизационный код. Принципиально важным событием, запрограммировавшим российскую историю, он считает принятие Русью христианства из Византии, а не из Рима. Говоря о русском мире, политолог отметил, что его часто представляют как геополитическую конструкцию, придуманную, чтобы обосновать вмешательство России в чужие дела. На протяжении многих десятилетий, столетий, мы привыкли смотреть на мир во многом действительно через западноцентричную, североцентричную позицию. Мы считали и считаем, являемся ли мы Западом или не являемся. Мы то прорубаем форточку или окно в Европу, рассуждаем о том, надо ли нам быть частью Европы, или мы Евразия, евро-тихоокеанская цивилизация или самостоятельная цивилизация. Эти споры насчитывают уже много столетий, я уверен, они еще не закончатся и сейчас. Но, безусловно, понимание своей цивилизационной природы исключительно важно для того, чтобы понимать, в каком мире ты живешь, каковы твои корни, каковы твои ценности. Некоторые страны считают, что они сейчас делают цивилизационный выбор. Такая классическая страна – Украина, где, как они говорят, сейчас они делают цивилизационный выбор в пользу Запада. На самом деле цивилизационный выбор – это то, что сделано задолго до нас. Наш цивилизационный выбор был сделан, ну, в первую очередь, Владимиром Святославовичем, или даже еще раньше, его бабкой, княгиней Ольгой, когда православие было принято из Константинополя от Византии, что в значительной степени определило изначально российскую матрицу. Потому что в тот момент действительно Константинополь олицетворял собой величайшую цивилизацию византийскую, которая, безусловно, была лидирующей на планете, с которой в тот момент могла соревноваться хоть как-то только великая китайская цивилизация. Константинополь, безусловно, был столицей мира, столицей науки, столицей учености, столицей архитектуры, великой культуры. И Рим, который в тот момент насчитывал едва ли 20 тысяч жителей, из которых мало кто представлял даже, что такое за развалины находятся в центре этого города, даже не подозревая о существовании античной культуры, а вся европейская цивилизация в тот момент, конечно, была цивилизацией сельской, которая жила в и только начинала становиться как цивилизация в тех монастырях, которые, опять же, возникали не в городах, а возникали в сельской местности. Это был совершенно осознанный выбор в пользу высочайшей, более высокой культуры, и с этой точки зрения русскому миру нашей цивилизации повезло, мы были одними из немногих народов на планете, которые восприняли Слово Божие на родном языке. Предание, Писание. Европа воспринимала это на латыни, который не был родным языком ни для кого. Мы восприняли это уже на том языке, который нам дали Кирилл и
Мефодий, дав русскую письменность, славянскую письменность, которая стала основой великой культуры, благодаря чему уже к XI веку русское общество в большей своей части было обществом образованным. Это действительно было высочайшее, высококультурное общество, и не случайно Анна Ярославовна, королева Франции, была все-таки самым, не только самой образованной женщиной, но и самым образованным человеком при дворе ее мужа Генриха I. Это было отражением действительно культурного, цивилизационного превосходства в тот момент и византийской цивилизации, и той ее ветви, которой, собственно, и стала цивилизация российская. Очень часто, говоря о нашем цивилизационном коде, нам говорят об азиатщине, о прививке монгольской, о том, что Россия была под азиатской пятой, что привело к возникновению азиатской рабской психологии. Очень сложный период нашей истории. Конечно, мы были отброшены в своем развитии на многие десятилетия, может быть, столетия назад. Но тоже не надо забывать, что все-таки то, с чем мы имели дело, было не Монгольской империей, а империей Китайской, которая управлялась монгольской династией. И у нас использовались управленческие практики, процедуры не монгольские, а китайские. И таким образом мы испытали на себе воздействие второй величайшей цивилизации того времени. Очень многие государственные институты наши, в том числе, например, такой институт, как подоходный налог, как Ямская система, как система наведения мостов, как систему фуражиров, все это пришло действительно вместе с китайскими управленческими практиками. И именно принадлежность к этой великой, самой большой в истории человечества империи сделала идеологию. Идеологию, которая воспринимала именно идею большого, огромного, мультикультурного, мультицивилизационного объединения. И кроме того, именно в то время мы получили то, что не имела ни одна европейская нация, ни одна европейская страна. Мы получили знание того, как добираться до Тихого океана. Уже Александр Невский знал, как ехать в Каракорум, он там был. И именно восприятие себя как части огромной империи позволило затем России заполнить геополитический вакуум на обломках развалившейся империи чингизидов. И в этот момент действительно уже складывается наш цивилизационный код, который порой определяли самыми разными формулами, каждая из которых, на мой взгляд, хромает. Формула, которая была предложена Гелеровским, в России для напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти. И Уваровская формула России как самодержавие, православие, народность, которая тоже не отражала реальный цивилизационный код России. Православие. Да, православие изначально было важнейшим, определяющим цивилизационным коде России, но при этом наше государство никогда не было монорелигиозным. Русскость, но русские, так получалось, никогда не были большинством в государстве, даже во времена Киевской Руси, не говоря уже о Российской империи или Советском Союзе. Впервые русские стали большинством в своем государстве как раз после распада Советского Союза в Российской Федерации. Продолжая разговор о предстоящей уже 9-й по счету Ассамблеи Русского Мира, отметим, что ее главная тема звучит так – «Вечные ценности русской литературы». В этом году, объявленном президентом России Владимиром Путиным годом литературы, местом проведения ассамблеи станет, как уже сообщалось ранее, Суздаль, жемчужина Золотого кольца России, город, сохранивший уникальные памятники истории, культуры и древнерусского зодчества.
Представители русского мира более чем из 70 стран всех континентов соберутся для того, чтобы обсудить актуальные проблемы – ценности русского мира, русская литература, вечные вопросы, пути российской цивилизации, язык литературы русского мира, русские и зарубежные издатели, их роль, сохранение авторитета русской культуры, чтение и литература, чему учить. Так звучат темы круглых столов. В работе ассамблеи примут участие известные политические и общественные деятели, представители зарубежных и российских объединений преподавателей русского языка и литературы, организации российских соотечественников, представители духовенства и журналисты. В своем выступлении президент Российской академии образования, президент МАПРИАЛ, председатель попечительского совета фонда «Русский мир» Людмила Вербицкая отметила, что русский мир – это, несомненно, глобальная общность, и владение русским языком должно стать обязательным признаком этой общности. Я хочу сказать о русском мире. Вы знаете, вот да, это действительно глобальная общность людей. Вы правы, Вячеслав Алексеевич, что, наверное, обязательное владение русским языком может быть и так сказать, не всем свойственно. Но хотелось бы, чтобы это было тоже реальным признаком этой общности. Мы по-разному с Вячеславом Алексеевичем определяем число людей, которые... для которых русский язык родной, или второй язык родной, или они учат язык. Но вот о чем я хочу сказать. Вы знаете, язык у нас удивительный. Это действительно такое богатство, и сохранение языка – это правда проблема безопасности нашей Родины. Вы подумайте, вот Вячеслав Алексеевич говорил о слове «совесть», да? Действительно, нет соответствующего ни в одном языке слова. Но а и честь, и благородство, и достоинство, они имеют, в общем, все-таки несколько другое значение в других языках. И когда мы, вдруг увлекаясь иностранными словами, говорим «консенсус», а почему не «согласие»? Чем хуже согласие, но уж о слову терпимость, как вы знаете, нет соответствующего эквивалента в других языках. Мне кажется, что очень важно, чтобы мы все думали о том, как важно укреплять русский язык, распространять за пределами нашей Родины. И вот Олега Евгеньевича я слушала, и про Россотрудничество, про русский мир, а где Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, которая объединяет представителей 80 стран. И вот благодаря активной деятельности русистов в Польше, вы можете себе представить, 5-й год, самый большой конкурс в Варшавском университете на русское отделение филологического факультета. Поэтому давайте беречь наш язык, который так прекрасен в вашей книге. Спасибо большое. Участники круглого стола довольно активно обсуждали, что же такое русский мир и каковы его основные цели и задачи в современном обществе. О том, что это очень непростой, но крайне важный вопрос, говорил политолог, историк и публицист Николай Злобин. В завершение выступил исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин. Он рассказал о текущей работе организации и о 9-й ассамблее «Русского мира», которая пройдет 3 и 4 ноября. Владимир Кочин напомнил, что Суздаль – это место, где покоятся останки князя Дмитрия Пожарского, героя событий, которые отмечаются в День народного единства. Он также подчеркнул, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, фонд продолжает вести активную работу. Разгадать код цивилизации и понять, что же ждет Россию в мире будущего, не так-то просто. Однако, хотя бы приблизиться к разгадке этого вопроса вы, дорогие телезрители, сможете на 9-й ассамблее русского мира 3 и 4 ноября в Суздале. До встречи на ассамблее русского мира!